Всем привет! В этом видео вы узнаете промокоды на халявные примагемы, официальные баннеры и рераны, а также события следующего обновления. Всем приятного просмотра! Обновление 3.4 выйдет уже 18 января, и там пройдет крупнейший праздник, который бывает в Геншине только раз в году. А за технические работы перед выходом новой версии, как обычно, нам пришлют на почту 600 примагемов. И вот буквально только что состоялся стрим разработчиков, где наконец анонсировали баннеры и рераны. В первой половине будут Альхайтам и его сигнатурное оружие свет лиственного выреза, плюс Сяо и нефритовый коршун, а также четырехзвездочная малышка Яо Яо. А во второй половине будут Хутао и Посохомы, плюс Юань и ее лук Аква Симулякрум. Также нам выдали долгожданные промокоды на 300 примагемов в сумме. Напоминаю, что они истекают за 16 часов, поэтому не ленитесь и вводите прямо сейчас. Все промокоды были мгновенно опубликованы у нас в Телеграме, поэтому заходите, копируйте и вводите. Там даже показано, куда их вводить. Ссылочка в описании. 7 января в 7:00 по Москве промокоды уже истекут, и вы не сможете их активировать. Ну и касаемо событий, будет праздник морских фонарей, а в нем 4 подсобытия. Также будет событие ежедневного входа, где мы получим 10 круток за ежедневный вход в игру, боевой ивент «Второе цветение», бои с жуками Аникабута и ивент с парированием. Напишите в комментариях, будете ли крутить кого-то из анонсированных баннеров. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!